Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале «Бегущий человек». Сегодня речь пойдет о безопасности автомобиля. Напомню, что автомобиль у нас «Лада Гранта», комплектация «Комфорт». И уже в этой комплектации идет так называемый центральный замок. А что это значит? Это значит, что при закрывании или открывании водительской двери все остальные двери тоже реагируют. То есть закрываешь — закрывается, открываешь — открываются. Удобно — удобно, но достаточно ли это для безопасности автомобиля? Думаю, не совсем в современных условиях, потому что если злоумышленник на то пошло будет ваш автовосток центральный замок, то вы ничего не услышите, никаких звуков, оповещений у вас не будет. Поэтому, купив новый автомобиль, как бы в нашем случае было принято решение установить на него сигнализацию, и мы изначально хотели сигнализацию с автозапуском. Вот. Скажу сразу, что сигнализация — огромное количество, рейтинг разный, названия самые разные: и Starline, и Mangoost, Шерхан, так далее, и так далее. Среди множество есть такая сигнализация, российская разработка, как Пандора. И именно для автомобиля Лада Гранта и на сайте компании, в которой мы устанавливали, компания — это Я7 Авто, находится в Самаре. Возможно, это сеть компаний, точно не скажу, но вот в Самаре мы почитали отзывы, рекомендации, решили остановиться на этой компании, значит, установить там сигнализацию. И вот на сайте рекомендован для автомобиля Лада Гранта оптимальный вариант, это сигнализация Пандора 9XDX. Сразу скажу, что впечатления от этой сигнализации у меня неоднозначные, но скажу, что больше положительные, чем отрицательные. Значит, что не очень понравилось, то что пищит негромко, если открываешь автомобиль, да, то есть звук сигнализации не очень громкий. Вот. Брелок сигнализации, да, вот он такой маленький, аккуратненький, но почему-то элементы питания разряжаются быстро. И когда продали, установили сигнализацию, было ощущение, что поставили бэушные элементы питания, она быстро разрядилась и стала плохо реагировать на сигналы. Как только поменяли батарейки, значит, все стало намного лучше. Итак, значит, в комплекте что вы получаете? Вот такая коробочка, значит, здесь у нас схема подключения, но это для электриков, как бы я в этом мало разбираюсь. Вот, нужно смотреть, разбираться, да, то есть кто что куда подсоединяется. Ну, я говорю, это больше для профессионалов. Значит, скажу, что это российская разработка российских инженеров с использованием современных технологий, кодов шифрования, то есть такая устойчивая к вскрытию якобы, ну, не знаю, насколько правда, либо просто рекламный ход, но как бы по описанию все серьезно. Много разных датчиков, много разной информации, вот, но насколько оно нужно или нет, судить не мне, как бы, но на данный момент, скажем, освоена сигнализация не в полной степени. Ну, потому что и нет такой необходимости. Ну, как по привычке, да, как и в прошлом автомобиле, там была простая сигнализация. Достаточно поставить на охрану, снять с охраны, там, в холодное время включить автозапуск, вот. Открыть крышку багажника, да, ну и достаточно. Вот, то есть пока что вот ограничились на этом. То есть там каких-то серьезных познаний в этой сигнализации нету. Но вот в руководстве по эксплуатации, которое прилагается, да, и все подробно описано. Конечно, тут много различных настроек. Это нужно сидеть, разбираться, регулировать разные датчики, настраивать. То есть
Все подробно описанный про брелок сигнализации. Кстати, вот хочу сказать, что он такой маленький, компактный, информативный, удобно лежит в руке. Вот, в этом плюс. Вот, то есть разные индикаторы, разные состояния, да, и время, и все-все-все. То есть это людям, которые действительно хотят вот в это вникнуть, ради бога, вот это все есть. Значит, и сразу скажу, что можно скачать мобильное приложение на смартфон, да, Pandora, и управлять своим автомобилем со смартфона. И такое возможно. Ну, как бы я этого не сделал по определенным причинам. Вот. Поэтому по этому поводу ничего не скажу, но такая возможность существует. Значит, вот дальше что у нас в комплекте? Брелок, да, идет. Значит, чехол такой яркий, оранжевый, чтобы если где-то уронил, сразу было видно. Но это за отдельную стоимость. Стоит он, сейчас в прайсе посмотрю, 247 рублей. Такой, такой приятный на ощупь, такой какой-то. Вот он резиновый, но приятно в руке держать. Вот сверху кнопочки. Вот. Могу его включить. Вот, включили, индикация. Состояние системы, да, замок закрыт, время, антенна, да, какой сигнал, уровень зарядки, ну и показывает показания датчиков различных, да, там температура в салоне, зарядка аккумулятора, температура двигателя и сколько бензинчика у вас там. Удобно, удобно, да, информативно. Маленький, вот, на ладошке. Вот. Маленький, удобненький, четкий. Вот. Приятный. Такой современный. Значит, еще идет в комплекте вот такая индивидуальная карта владельца данной сигнализации. Для чего она нужна? Скажу вкратце. То есть, если вы потеряли брелок или он разрядился, вы не можете открыть с брелка свой автомобиль, значит, можете ключом-то вы всегда откроете, да, она запищит. А вот чтобы отключить сигнализацию, значит, есть такая выносная кнопка валет. Вот. Вот тут она отображена, вот она выносная кнопка на схеме. В данном случае у нас она стоит возле блока предохранителей в салоне. Вот. Так вот, вводя туда определенный пин-код, который содержится в этой карте, только в этой, значит, вы отключаете, то есть снимаете автомобиль с охраны, отключаете сигнализацию. Вот эту карту терять не нужно, она должна быть всегда с вами. Вот. Такая индивидуальная карта. Должна быть, ездить, в принципе, всегда в автомобиле, либо быть под рукой у вас. Вот такой комплект. Значит, повторюсь, рекомендован именно для Лады Гранта. Есть автозапуск, что немаловажно. Мы как бы ориентировались только на такую сигнализацию, хотели с автозапуском. Плюс в жаркое время можно опять же завести автомобиль, оставить включенным кондиционер и уже выходя садитесь в охлажденный автомобиль. Тоже удобно. Вот как вариант. Pandora 9XDX. Значит, из минусов, что еще хочу добавить. Непонятно, как работает сигнал, да, то ли помехи влияют, то ли еще что-то. Иногда не срабатывает брелок, допустим, нажимаешь на кнопку, не срабатывает. Как бы читал отзывы, да, есть такое. Причины могут быть разные, либо подсел элемент питания, может быть, помехи какие-то внешние, то есть радиопомехи, якобы сигнализация чувствительна к ним. То есть даже если во дворе стоит куча машин, то могут перебивать сигнал. Вот такое бывает, да. Но в принципе в квартире на четвертом этаже машина внизу стоит, то есть сигнал стабильный, ловит, показывает, что вот зеленая моргающая лампочка, что связь с автомобилем есть. Вот это уже хорошо. Но он на удалении отходишь, иногда даже в пределах прямой видимости, ну, наверное, метров 500-600 уже может не ловить. Хотя прописано, что до 2 километров ловит, это не так. Вот. Как бы
Если преграды есть, дом стоит, то есть машина за дом, вы ушли там метров на 300-400, тоже может не ловить. Вот. То есть не вот тебе там прям ловит везде подряд, нет такого. Ну а так, в принципе, я считаю, достойная сигнализация. Сразу еще скажу по стоимости. Обойдется она вам, вот в нашем случае, да, с учетом всех работ, стоимость самой сигнализации 11 290 плюс расходники работы, значит, того 16 700 с небольшой скидкой. Это по городу Самара. Ну, на март месяц было актуально, но не думаю, что сейчас там как-то цены сильно изменились. Вот. То есть в пределах 20 тысяч вы получаете сигнализацию с автозапуском, удобный брелок, но батарейки менять нужно часто. Ловит нестабильно, сигнал тоже нестабильный. Вот. Бывает, что подглючивает что-то где-то, но не знаю, нужно разбираться, может быть, действительно связано с помехами. А в общем, впечатление хорошее. Вот. Как уже сказал, еще пищит слабовато, да, когда срабатывает, как бы звук не вот прям, чтобы на всю округу, как у некоторых. Вот. А так, как вариант, не знаю, конечно, есть и дешевле там всякие старлайны, если без автозапуска тоже будет дешевле, но кому как нравится. Ну, я просто рассказываю про возможный вариант сигнализации для автомобиля Лада Гранта. Вот он таков. Пандора 9X DX. Вот. Ну, я думаю, то, что хотел, рассказал. Чтобы вникать, нужно устанавливать, разбираться, читать руководство по эксплуатации. Безграничные возможности. Можно со смартфона управлять, то есть скачивать приложение. Вот. Тоже современно, тоже актуально. Вот. Значит, кому была полезна информация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, всем желаю здоровья крепкого, успехов в личных делах, в личной жизни. Вот, увидимся, услышимся, пишите комментарии. Значит, у кого-то может быть тоже такая сигнализация, пишите свои отзывы. Ну, как-то так. Всем пока.